Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайные зрители, добрый день, хейтеры, добрый день, любители качественной садовой парковой техники. Друзья, сегодня у нас в студии компания Yard Fox со своими самоходными бензиновыми пометательными машинами модель 800 SL и 600 SL. Машины однофункциональные, то есть они занимаются исключительно уборкой территорий. Для чего они нужны? Обычно либо это весной, либо осенью собирается листва, мусор и так далее, очищаются участки как на асфальте, так и, собственно, на любых поверхностях на ваших участках. Более того, щетки можно еще, подметательные машины использовать можно для уборки только выпавшего снега. Это тоже, с этим они справляются эффективно. Итак, расскажу сразу про две, потому что машины различаются исключительно шириной захвата и весом. Двигатели у машины абсолютно одинаковые. Компания Lanchin на 196 кубиков мощностью в 5,5 лошадиных сил. Колеса со специальным протектором для того, чтобы машина не буксовала, не застревала. Специально проходимые колеса сделаны на машине что 800 SL, что 600 SL. Ширина захвата, как я уже сказал, в машине 800 SL составляет 80 сантиметров. Ширина в машине 600 SL составляет 60 сантиметров. Щетка состоит из полипропилена, что позволит вам не портить поверхность, по которой вы работаете. Также на машинах присутствуют специальные колеса дополнительные, они же называются рояльные, для того, чтобы машина очень хорошо поворачивала, то есть это маневренность. И здесь же возле рояльных колес находятся специальные регуляторы, два по высоте щетки. Двигатели с ручным стартом, здесь никакого электростарта, но зато все просто и надежно. Далее. На панели оператора у нас находится поворот щетки, то есть вот таким вот образом на 15 градусов влево и вправо щетка поворачивается. И на этой машине, и на этой машине. Здесь идет пятиступенчатая коробка передач вперед и двухступенчатая назад, естественно. Привод нашей щетки осуществляется с правой руки, привод хода осуществляется с левой руки. Вот и всего лишь тут два тросика. Машины простые, простота, я считаю, что это надежность, поэтому обязательно их рассмотрите. В общем, про них все. Подробно про них расскажут наши менеджеры, которые находятся по адресу город Москва, улица Полярная, 33А. Обслуживается компания Yard Fox, кстати, гарантия 1 год у нее. Обслуживается в нашем сервисе по адресу город Москва, Алтуйское шоссе, дом 1. Еще раз хочу повторить, что в нашей компании «Садовые механизмы» есть такая функция, как бесплатная предпродажная подготовка. То есть машины собирают, заправляют, заводят и привозят уже вам в готовом виде. Работайте на здоровье. В общем, приходите по ссылочке на сайт, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, ставьте лайки, пишите комменты, ну и, конечно же, по возможности приобретайте. А я вам желаю счастья, любви и удачи. Пока!